Пусть глаза отдохнут на этом персике. 67 грамм. Ля-ля-ля. Вот она, мисочка. Вот они, персики. Вот они, красавчики. А это в теплице. Читаем. Добрый день, Валерий Константинович. Едим, едим персики помаленьку. Но еще много на кустах. Аромат обалденный. Вкусный, хотя не очень сладкий. Даже зять оценил, хотя и отказывался в начале. Напомню, в теплице непривитые сеянцы хасанские. От вас на Сахалине в городе Косак. Помните вот эти огромные персики, что вырастил Шаламай? В теплице. Но у него они были привиты, мои черенки персика у него были привиты у Шаламая до 200 и более грамм. Помните когда? На что? На волосы вишни. А здесь сеянцы хасанские. Вот бы, если бы вот так вот, знаете, моя бы власть, я бы просто бы каждый бы такой случай. Непривитые сеянцы. Непривитые сеянцы. И каждый раз бы говорил, ну, девчата, ну, сколько можно-то? А? Вы же оскорбили меня, моего брата, моего сына. Вы же выставили нас чуть ли не идиотами. Да идиотами выставили. Перед огромной аудиторией, а? Сад у Железовых. Как он, как назвали? Смешанный. Значит, из семян вырастут дички и гордели. Вот вам дичок. Еще буду, еще буду. Кто-то скажет, надоел, давайте в чем-то другом. Сатисфакции не было. Барьеру не позовешь. И наверняка живут спокойно. Один раз отучили тысячи людей выращивать из косточки. И хрен теперь у них персики будут. Вот такие вот.